Сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай Бог-изобретатель. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня перед вами выступит литературно-музыкальный клуб «Амур». Какой у нас праздник был? 225 лет. Правильно. От рождения Александра Сергеевича. Как вы знаете, это один из величайших поэтов. А вот кто мне расскажет? Пушкин вообще, вот он появился в России. Уникальность Пушкина в чем? Я начну, так сказать, не с духовной точки зрения. Это первый профессиональный поэт. То есть он первый начал зарабатывать деньги. Хотя у нас были и Державин, и Жуковский, и там прочие в Греции и так далее. Но они как бы в основном были на каких-то должностях, именно не поэтов, так сказать. Вот. А Пушкин у нас первый начал зарабатывать деньги. Ну, правда, у него это не очень получалось хорошо. Писал-то он много, но деньги у него текли рекой во все стороны. И я начну с песни. Эта песня чем отличается? Что она была написана на 125-летие Пушкина 100 лет назад. Никто не скажет, кто бы мог написать ее. Но это стихи, музыку-то я сам написал. Это Александр Сергеевич Есенин. Это Сергей Есенин. Мечтая о могучем даре того, кто русской стал судьбой, стою я на Тверском бульваре, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с собой. Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший, как туман, о, Александр, ты был повеса, о, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган. Но эти милые забавы не затемнили образ твой, и в бронзе выкованной славы, и в бронзе выкованной славы трясешь ты гордой головой. А я стою, как пред причастием, и говорю в ответ тебе: я умер бы сейчас от счастья, я умер бы сейчас от счастья, сподобленный такой судьбе. Но обреченный на гонение, еще я долго буду петь, чтоб и мое степное пение, чтоб и мое степное пение сумело бронзой
прозвенеть. Ну и мы, знаете, как построим? Я буду задавать вопросы некоторые. Ну, сможете ответить? Сможете, хорошо. Не сможете, значит, я буду что-то говорить. Что-то именно по биографии его. Есть очень интересные факты, которые некоторые я сам только сегодня узнал даже. Хотя по Пушкину мы здесь вечера делали у вас, и там много уже делали. Ну вот смотрите, Пушкин начал писать во сколько лет? 7 лет. В годы учебы в лицее прославился чем он? Тем, что прочел Гаврилу Державину свою оду. И тут можно сказать, что он заменит его. Вот. Дальше. Еще что интересно в Пушкине. Вот у него, вы знаете, много стихов, прозы, и у него много сказок. Но заметьте, ни одного детского произведения нет. Он детских не писал. Сказки не детские. Они не конкретно для детей. Хотя детям они даются у нас. Ну, родился он в обедневшей дворянской семье, прожил очень мало, так же, как и Лермонтов. Вот здесь аналогия с Лермонтовым, кстати, напрашивается. Тот же Лермонтов, но он как бы считается у нас практически так вот, как бы вторым поэтом после Пушкина все-таки. Ну, конечно, не у всех это может быть, но в принципе, он тоже много написал, и качество и прозы, и стихов у него высокое. Но Лермонтов, он воевал, он воякой был. А в свободное время он уже писал. Ну и воспитание Пушкина ничем не отличалось от воспитания в дворянских семьях того времени. То есть он воспитывался дома. И ему нанимали гувернантов и учителей из разных стран. Ну и так же, как в то время дворяне, у некоторых французский язык был более родным, чем русский. И одна из, как сказать, кличек была у него француз, у Пушкина. Вот. И учеба давалась Пушкину тяжело не только в лицее, но и дома она давалась ему тяжело почему-то, кроме чтения. И отец очень жаловался, что приходится от книг оттаскивать буквально его. Вот. Младший брат Лев Пушкин писал, не знаю, что выйдет из моего... младший брат отца. Да, отца Лев Пушкин. Кстати, вот опять же, была интеллектуальная игра какая-то, и там был интересный вопрос. Кто привел в поэзию Пушкина? Ну, это в основном говорят, что Державин именно. А это не Державин, это как раз Лев Пушкин, потому что он сам был поэтом, дядька. Не знаю, что выйдет из моего старшего внука. Мальчик умен и охотник до книжек. А учится плохо. Редко, когда урок свой сдаст порядком. То его не расшевелишь, что прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что ничем его не уймешь. Из одной крайности в другую бросается. Нет у него середины. Ну, давайте перейдем дальше, потом еще познакомимся с материалом. Юрий Морозов акапельно поет «Я вас любил». И опять же, акапельно пусть он поет сам, а вот потом, если будут какие-то стихи, которые вы знаете,
то можно будет прямо вместе с чтецами читать. Я вас любил. Еще быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Вас любил безмолвно, безнадежно, то гордостью, то робостью храним. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим. Специалисты насчет многих строк Пушкина спорят, кому они были посвящены. Но вот одно из предположений, что «Я вас любил», было написано и посвящено Анне Алексеевне Андро Олениной, графине де Лонжерон. Стихотворение написано в 29-м году, она была в 28-м году, в 29-м, 1800 любовницы Пушкина. Вот. Ну, говорят, что это ей. И не одно это стихотворение. Вот. Пушкин ухаживал за многими красавицами. Поэтому там очень сложно. Я еще насчет некоторых расскажу. Нет, я еще молод. Так, сейчас сожженное письмо прочтет Лариса Корнева. Прощай. Письмо любви, прощай, она велела. Как долго медлил я, как долго не хотела рука предать огню все радости мои. Но полно, час настал, гори, письмо любви. Готов я, ничему душа моя не внемлет, уж пламя жадное листы твои приемлет. Минуту вспыхнули, пылают, легкий дым вия стеряется. Смолением моим уж перстня верно, утратив впечатление, растоплены сургуч кипит. О, провидение свершилось! Темные свернулись листы, на легком пепле их заветные черты белею. Грудь моя стеснилась, пепел милый, отрада бедная в судьбе моей унылой. Останься век со мной на горестной. Коротко. История
длинное, по сожженному письму. Пушкин был в ссылке. Ну, ссылки у него тогда интересные были. Сначала он был в Молдавии, и потом его забрали в Одессу. В Одессе его губернатор Воронцов приютил. Он жил у него, питался там и все прочее. У него была задача что-то там, то ли саранчу пересчитывать, то ли вот что-то такое по сельскому хозяйству. Он этим толком и не занимался, Пушкин. У Воронцова была молодая жена, Настася. Ну, он ее не замечал, тут она родила, и он ее заметил. Оказалась умная, красивая женщина. Вот. Ну и у них возникла любовь. Никто этого, вернее, все это видели, кроме графа Воронцова. Но это очень редко где встречается. В материалах почти нигде не встречается, что потом родился у нее сын, чуть-чуть черненький, и он заметил. Поэтому Пушкин был выслан, плюс он писал на Воронцова там нехорошие стихи, а вот это сожженное письмо именно Воронцова просило его письма сжигать. Именно вот поэтому сожженное письмо. Ну и опять же у нас, давайте, у него будет своя песня Болдина. Опять же, вот у Пушкина очень много связано с чем? С Михайловским и Болдином, правильно? А расскажите, вот, чем они отличаются? Я имею в виду. В чем они соприкасаются и в чем они различны? Нет, просто получалось так, что Болдина это имя отца было, а Михайловская это матери. Природа в Болдина, какое место? Тут золотая осень за душу берет. В имении поэту легко писалось просто. Кибитка мчалась Пушкиным по тракту до ворот. Кибитка мчалась Пушкиным по тракту до ворот. За поэтическим вновь вдохновением объединились Божий дар и красота. Ах, золотая осень, очей очарование, и увиданий пышных крон унылая пора. Ах, золотая осень, очей очарование, и увиданий пышных крон унылая пора. Три месяца минули, как мгновение. Здесь Болдина Паэ открыл второй Парнас, где лучшие свои произведения в ту осень сочинял. Вечерний тихий час в ту осень сочинял. Вечерний тихий час. Спасибо. По Болдину хочу чуть-чуть справочку такую дать. Считается, что Болдина он написал более половины своих произведений.
А почему это случилось? Вот, как у нас пандемия была, так и там была эпидемия холеры. Он поехал в Болдино, чтобы вступить во владение именно Болдина, Пушкина. Обратно пути уже не было. Стояли посты заградительные, обратно уже не пускали. И он там задержался. И я видел небольшой списочек, там, по-моему, за месяц всего, сколько он писал в день. То есть в день он мог написать 2-3 стихотворения, плюс прозу писал. То есть он работал, работал и работал. И еще плюс, он там заболел. То есть вот он около 6 месяцев лежал в горячке, страдал сердечной болезнью и кровавой рвотой. Вот такое было. Так, ну а дальше пойдут стихи вам знакомые. Любовь Зайцева. Можно помедленнее, и кто знает, можете вместе с ней читать. Зимнее утро. Добрый день. Мороз и солнце. День чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, повторяй, проснись, открой сомкнутый негой взоры, навстречу северной авроре, звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела, и ты, печальная, сидела. А нынче посмотри в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать у лежанки, но знаешь, не велит ли в санки кобылку бурую запречь? Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня и навестим поля пустые, леса недавно столь густые и берег милый для меня. Зимняя дорога. Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печально свет она. По дороге зимней, скучной, тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит. Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика, то разгулья удалое, то сердечная тоска. Ни огня, ни черной хаты, глушь и снег, навстречу мне только версты полосаты попадаются одни. Скучно, грустно, завтра, Нина, завтра, к милой возвратясь, я забудусь у камина, загляжусь, не наглядясь. Звучно стрелка часовая мерно круг свой совершит, и до кучных удаляя, полночь нас не разлучит. Грустно, Нина, путь мой скучен, дремля смолкнул мой ямщик, колокольчик однозвучен, а тумане лунный лик. И еще одно. Пробуждение. Мечты, мечты, где ваша сладость? Где ты? Где ты, ночная радость?
Исчезнул он, веселый сон, и одинокий, во тьме глубокой, я пробужден. Кругом постели немая ночь, вмиг охладели, вмиг улетели толпой прочь любви и мечтания. Еще полна душа желания и ловит сна воспоминания. Любовь, любовь, внемли моленья, пошли мне вновь свои видения, и поутру вновь упоенный пускай умру непробужденный. Вспомнили школьную программу, то, что все знали, да? Сейчас по поводу лицея расскажу. Ну, как я уже говорил, Пушкин много читал, у него были свои авторы любимые, Данте, Байрон, Вольтер, и у него кличка была «Француз». Это одна из кличек. В 1811 году родители Пушкина решили отдать сына в иезуитский коллегиум. Но их планы изменились, когда в царском селе открылся лицей для дворянских детей. Его туда устроили по протекции знакомых. 12 лет было Пушкину. Это заведение считалось элитное. Но, опять же, там очень многие известные фамилии были, то есть из императорских семей, из богатых дворянских, но статус лицея там изменился. То есть Пушкин, он учился как бы не на самой высокой ступени, а для обедневших дворян. Вот так вот он попал учиться. Заведение это закрытое было. Ну и с кем он дружил? Иван Пущин, Дельвик, Кюхельбекер. И они оставались его друзьями на всю жизнь. Многие известные преподаватели были там. Лицеистов навещали родители только по выходным. В будние дни занятия начинались с 7 утра и продолжались до позднего вечера. И вот, посмотрите, как у нас, вообще вот я хочу, как образование у нас изменяется. То есть вот сейчас опять хотят отменить уже ЕГЭ. В 25-м году будет по-другому. А сейчас кто учится, детям опять и туда, и туда. Здесь, видите, с утра и до позднего вечера. Точно так же вот... Я ходил на курсы английского, и там преподавательница, она преподавала в Южной Корее. Она говорит, там, говорит, вообще такого нет, там, чтобы детей жалели, вообще такого нет. Они с утра, темно еще, они с утра с этим рюкзаком полный, и обратно точно так же поздним вечером. То есть люди работают, потому что, видите как, Советский Союз, конечно, хорошо, но было много уравниловки. Да и сейчас еще, как бы, лень у нас второе я, правильно? А кто хочет пробиться в люди, естественно, работать, работать и работать. Вот, ну, опять же, по Пушкину. Учился он не очень-то, но у него было все хорошо с литературой. Особенно он, как он начал писать? Сначала он начал писать на французском языке. Потом уже перешел на русский, поэтому его в насмешку и прозвали французом. А так, а по физиономии и некоторым привычкам обезьяною, и даже смесью обезьяны с тигром. То есть он был взрывной. Потом, еще смотрите, вот... Многие поэты, писатели, им что нужно? Тема нужна, сюжет какой-нибудь. У Пушкина такого не было. У него сразу несколько было, и на втором плане еще были.
То есть он писал, писал, писал и писал. Сразу по несколько произведений. Давайте пойдем дальше. Оксана Иванова. Два стихотворения прочтет у нас. Александр Сергеевич Пушкин. 1815 год. Роза. Где наша роза, друзья мои? Увяла роза, дитя зари. Не говори мне, так вянет младость, не говори мне, так жизни малость. Цветку скажи ты, прости, жалею и налилею мне укажи. Второе стихотворение, короткое. Второе стихотворение называется «Старик». Да, я не тот любовник страстный, каким дивился ныне свет. Моя весна и лето красное уже прошли, пропал и след. Амур, бог возраста молодого, уж я не так тебе служил. И если б мне родиться снова, я уж тебе же угодил. В 1817 году Пушкин окончил лицей. По успеваемости он был 24-м из 29 выпускников. Пушкина направили в коллегию иностранных дел чиновником 10 класса, но он там только числился. После 6 лет учебы он вообще называл царскосельский лицей, называл монастырем, то есть он рад был оттуда вырваться. И окунулся в светскую жизнь столицы. Уже был известный заслуженный автор, попал в общество петербургских писателей. Еще в лицее он стал членом литературного кружка «Арзамас», который боролся с архаическими языковыми традициями. Ну и так далее, и так далее. И потом получилось так, что он написал несколько эпиграмм на государственных деятелей того времени. «Оду вольность», стихотворение к Чаадаеву и «Деревня». Эти произведения привлекли к себе и навлекли гнев Александра I. Император решил сослать Пушкина в Сибирь или Соловецкий монастырь. Однако за поэта заступился Карамзин. И после этого его отправили в Южную ссылку. Кстати, я хочу еще вот что сказать. По поводу ссылок, дуэлей и всего прочего, декабристов. Вот вы, не знаю, кто знает, как декабристы, допустим, там, в рудниках сибирских, чем они занимались, не знаете? Да, ну как это там, дворяне же были, да? Вот вроде бы я сам думал, так сидели там, что там, молочко попивали деревенское, да, вид делали. А нет, все было на самом деле строго. На самом деле дворяне эти в кандалах ходили. Им годами жены туда ехали, они не видели с ними. То есть все было на самом деле не так все просто. По поводу дуэлей, то же самое. Кажется, дуэли-то море было. Когда дуэли вообще возникли? Знаете? В 13 веке. Я, так сказать, адаптирован к России,
когда русские были в Париже, начались дуэли, и царь запретил их. Что было за дуэли? Какое наказание? Знаете? Лишали всех званий, наград, вообще всех. Если ты там хоть генерал, в рядовые вообще. Вообще полагалась смертная казнь. Но обычно смертной казни не давали, но отправляли куда-то служить, и только за счет этого рядовыми служить, не офицерами даже. И если совершали геройские поступки, тогда их восстанавливали. А как же честь дамы? А вот так вот, попадется какая-нибудь дама, потом полжизни испортит. Нет, это серьезно. Во-первых, это не только тем, кто участвовал, вот, допустим, ну, кто стрелялся, но и секунданты. Поэтому очень многие страдали, дуэли было много, вправду. Итак, и теперь у нас наш амурский соловей Сергей Максюков. Oh,
сомненьем и обидам. Свою любовь последний раз он как новый благословит вас. Пушкина характеризует как очень такого взрывоопасного товарища по характеру. Это, кстати, сколько дуэлей у него было, знаете? 21 дуэль. Всего лишь. Вот. И куда он только не залазил, по-русски говоря. Атеистические учения, увлекся он ими. Дальше, его, это уже потом, вот когда его ссылали в южную ссылку, то есть вот в Одессе он был и в Кишиневе, это он там числится в коллегии иностранных дел. Вот, а потом он был в ссылке в Михайловском. И занимался им отец. То есть он ему ничего не давал ни вправо, ни влево вступить. И поэтому он старался уединиться, куда-нибудь уехать в соседние деревни. Вот так вот было. Что еще интересного? Вот по самому Пушкину. Николай I пожаловал Пушкину младшее придворное звание, чин камер-юнкера. Но это ему обычно получают 17-летние отпрыски. Пушкину уже было 35 лет. Это, можно сказать, даже оскорбительно чуть-чуть было. Сегодня я только узнал, что Пушкин, оказывается, был довольно спортивным человеком. Он занимался боксом и был одним из лучших пловцов Санкт-Петербурга. Ну и стрелял он довольно неплохо. Лариса Корнева, отрывок из письма Татьяны Конегиной.
я к вам пишу. Чего же более, что я еще могу сказать? Теперь я знаю вашей воли меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела, поверьте, моего стыда вы б не узнали никогда. Когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, и потом все думать, думать об одном, и день, и ночь до новой встречи. Но, говорят, вы нелюдим, в глуши, в деревне все вам скучно, а мы ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас в глуши забытого селения? Я никогда б не знала вас, не знала б горького мучения, души неопытной волнения, смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное. Но так и быть, судьбу мою отныне я тебе вручаю. Перед тобою слезы лью, твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя единым взором, надежды сердце оживи, или сон тяжелый перерви, увы, заслуженным упором. Кончаю, страшно перечесть, стыдом и страхом замираю, но мне порука и ваша честь, и смело ей себя веряю. Благодарю. Опять у нас Сергей Максюков. Я помню чудное мгновение. И я вот по поводу чудного мгновения, меня Сергей спрашивает, а что тут Жуковский написано? Я говорю, это мое. Дело в том, что Пушкин из Жуковского, из одного стихотворения, несколько строк взято. То есть, я помню чудное мгновение, именно начало взято, и там пару строчек еще есть. И вообще у него получается так, что многие сказки, они просто переписаны. Допустим, Ле Фонтена есть некоторые переписаны. Я имею в виду по сюжету. Сергей Максюков. Красоты, как есть.
как мимолетное видение, как тень чистой красоты, как тень чистой красоты. И сердце бьется в упоенье, и для нее воскресли вновь и божество, и вдохновенье. Небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, то по кровле обветшалой вдруг соломой зашумит, то как будник запоздалый к нам в окошко застучит. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна, что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или бури завыванием ты, мой друг, утомлена, или дремлешь под жужжанием своего веретена. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Спой мне песню, как синица тихо за морем жила, спой мне песню, как девица за водой поутру шла. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Молодец. Давайте немножко расскажу о дуэли. Почему она возникла? Ну, пошли слухи, что Дантес любовник Натальи Гончаровой. Тот был вызван на дуэль Пушкиным, но там пытался помешать этому Жуковский, и получилось так, что Дантес отнекивался, и что он женился на сестре Натальи Гончаровой. Получилось вот так. Но через некоторое время вновь те же проблемы поднялись, и дуэль состоялась. Есть стихотворение, по-моему, Дементьева, а Пушкин был спасен, что-то в этом роде. И кроме этого, по-моему, Мясников в своих программах, кто-то вот из медиков у нас, можно ли было спасти Пушкина вообще? Сведения разные, сведения там такие, что то ли в живот, то ли еще и в бедро пуля попала, но спасти было невозможно. Почему? Потому что пули тогда были большого калибра, и она там все поперервала. Большая кровопотеря, и спасти бы его все равно не получилось. После этого Дантеса отправили
во Францию, предварительно лишив его здесь всех, так сказать, почестей, русских званий и всего прочего. Но кроме этого, опять же, мы к Лермонтову приходим. На смерть поэта Лермонтов. Отмщение, государь, отмщение, паду к ногам твоим. Будь справедлив и накажи убийцу, чтоб казнь его в позднейшие века твой правый суд потомству возвестила, чтоб видели злодеи в ней пример. Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный маловой, свинцов в груди и жаждой мести. Поникнув гордой головой, не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит. Убит. К чему теперь рыдания, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания? Судьбы свершился приговор. Не выль сперва, так злобно гнали его свободный, смелый дар, и для потехи раздували чуть затаившийся пожар. Что ж, веселитесь, он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч, дивный гений, увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно навел удар. Спасения нет, пустое сердце бьется ровно. В руке не дрогнул пистолет. И что за диво, издалека, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов заброшен к нам по воле рока, смеясь. Он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. Не мог щадить он нашей славы, не мог понять сей миг кровавый, на что он руку поднимал. За это стихотворение Лермонтов также был отправлен в ссылку. Опять же, его лишили чинов. Ну, Лермонтов, кстати, не просто вояка был, как про него говорят, маленький, кривоногий и злой, как черт. Он был командиром, ну, как по-нашему сейчас сказать, спецназа, примерно как рота спецназа. И у него служили, ну, головорезы, то есть не конкретно там казаки, а там все подряд. И абреки, кого только не было, они выходили по ночам, там языков брали и так далее, что ну, практически каждый бой в рукопашную был. Опять Сергей Максюков. Thank you.
право. Ну вот, опять же, несколько выдержек о Пушкине. Понимаете, случаев как бы и позорящих его было много, но, знаете, мы вот вся в клубе многих писателей и поэтов разбираем, но при этом это абсолютно великий поэт в первую очередь. После смерти Пушкина Николай I определил 25-летний срок собственности наследников писателя на его произведения. Потом срок продлили еще на 25 лет. И, кстати, царь назначил пенсию, очень высокую пенсию для родственников Пушкина, потому что жили они, по-моему, в двухэтажном доме, снимали его, но как бы не соответствовало заработку. А заработок почему? Потому что Пушкин очень много проигрывал. Хотя на самом деле царь к нему относился, ну, довольно неплохо. Потому что вот когда умер Карамзин, историю государства российского передали Пушкину. А Пушкин практически не занимался этим. А это были большие деньги, тем более ему было уплачено. Дальше был случай. Кстати, по наследникам писателя, у Есенина только недавно вообще срок кончился по авторскому праву. Вот, например, на дуэль с Александром Зубовым Пушкин пришел с черешнями, а пока оппонент целился в писателя, спокойно ел ягоды. И многие говорят, как, что вот он был вспыльчив, но когда он шел стреляться, он был как кремень. То есть ему было все равно уже. И когда Зубов промахнулся, Пушкин стрелять в ответ отказался. Этот эпизод позже лег в основу повести «Выстрел». Ну и вот эти вот случаи из жизни, естественно, он вставлял в свои произведения. Татьяна Марксюкова. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полные, там на заре прихлынут волны, на брег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасных чередом из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. Темница там, царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою-ягой,
идет, бредет сама с собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И я там был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел. Вот ученый свои мне сказки говорил. Одну я помню, сказку эту, поведаю теперь я свету. Потише вместе со всеми. Няня, подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых. Давно, давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые ворота, на черный отдаленный путь, тоска, предчувствие, заботы. Здесь нет ответа сейчас. И в заключение на стихи Пушкина написала я песню. Я памятник себе воздвигнем как горный. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет, и тленья убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пири. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и нычи дикой, тунгус и друг степей калмы. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца, хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца. Спасибо большое, что вы с нами были, что пришли. И я хочу... Я хочу свои книжки подарить в библиотеке. Но это, правда, детские. Детей здесь мало, но дети наши... Будущее. Дети наши все, да? Пусть они добрые. Спасибо большое. И хорошие. Очень люблю подарки, Ваня. А я, в свою очередь, хочу поблагодарить литературно-музыкальный клуб «Амур» и его руководителя Александра Юрьевича Малина. Они у нас давно уже не были, 2 года.
Ровно два года. Да. Забыли вы нас, однако. А мы были на фронте. Все, мы избрались. Мы там большие. Мы знаем, что мужчины сладкоежки, женщины тоже сладкоежки. Вам чаю. Спасибо большое. Мы как бы вам написали, да, что мы будем слушать Пушкина, читать Пушкина, петь Пушкина. Ну, и, может быть, мы послушаем Пушкина от наших читателей, посетителей. Опа. Александр Данилович. Позвольте. Чудесный, трагический, прекрасный век, в котором жил Александр Сергеевич Пушкин. Это войны 1812. Это восстание декабрилистов. Это все то, что жито, пережито и сегодня, как никогда, не забыто. Пушкин, он и в Китае Пушкин. Родоначальник настоящей народной литературы. Да. Хотелось бы вот одно из его стихотворений. «Сын России». Если выстоять нужно, как в окопе в судьбе, у России есть Пушкин. Говорю я себе, чуть подтаяли силы, не ропщу, не корю. Пушкин есть у России, как молитву творю. Есть и правда, и сила на российской земле, коль такие светила загорались во мгле. И куда это столько народу? А старуха в ответ старику: да на Пушкина все, на природу. Вот сойдутся уже на лугу. Глаз народа не громкий, не, но чистый. И сколь многое в нем сведено, да. Поэт и природа отчизны образуют в итоге одно. А народу действительно много. Ты прости наше рвенье, поэт. Поклоняемся слову, как Богу, слову, льющему истинный свет. Час рождения твой веселится без лукавого. Разве грешно? Сколько мрачных рождений простится за представленное это одно будет вечер. Умерятся силы, мы придем, как всегда, испокон. Постоять у высокой могилы, помолчать, не нарушив твой сон. Померещатся тени былого, и на камень, что в звезды глядят, благородное русское слово. Белым голуба, голубем в небе слетят. Да, спасибо. Вера Сергеевна. Нет желающих? Ну тогда большое вам спасибо, что вы пришли, что вы собрались в нашу поэтическую гостиную. И стихи вы помните. Я подсматривала, да, кто тоже стихи читал. Так что молодцы, школьную программу хорошо в Советском Союзе давали. Мы до сих пор, да, сколько лет прошло, мы помним. И я вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. Я 30 лет закончила в завшколу, да? Теперь я знаю, ваши воли меня позволили наказать. Но вы говорите, сейчас вы думаете, как и жалко. Спасибо.